Наследство от принца Нигерии, выигрыш новогодних подарков, цветы и конфеты для прокуратуры. В преддверии новогодних праздников активизировались телефонные мошенники. Их аппетиты растут, методы становятся все изощреннее. А доверчивые жители Чукотки чуть ли не каждый день лишаются немалых сумм. Счет уже идет на десятки миллионов. Правоохранительные органы бьют тревогу и вновь рассказывают о преступлениях в сфере IT. Очередная серия дистанционного мошенничества была зарегистрирована полицейскими Чукотки. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов, а также требовали деньги под мнимым предлогом спасения родственника от беды. Жительница Анадыря перевела неизвестным 180 тысяч рублей под страхом привлечения к уголовной ответственности по статьям «Шпионаж» и «Государственная измена». А мужчина из Билибина отдал 65 тысяч за то, чтобы его близкий человек не попал под суд. Все это типичные схемы мошенников, которые в последнее время уже буквально атакуют жителей Чукотки. Звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов, говорят, что от их имени поступают переводы на поддержку вооруженных сил Украины. Люди начинают бояться, переводят деньги злоумышленникам. Это все является телефонным мошенничеством. В борьбе с телефонными мошенниками правоохранительные органы готовы каждый день разъяснять гражданам схемы обмана. Мошенники регулярно придумывают все новые методы вымогательства. Так, в преддверии новогодних праздников звонят и сообщают о якобы выигранных подарках, за которые просят перевести деньги. Кроме этого, ссылаясь на неполадки сети интернет, присылают коды, которые активируют удаленный доступ к личному кабинету на госуслугах или онлайн-банку, оформляют кредиты и обнуляют счета. Есть и другие виды для продвинутых пользователей. Хочу отдельно заострить внимание на наиболее, так сказать, причиняемый преступлением вред. Это так называемое предложение выгодно вложить деньги на покупку криптовалюты, открыть инвестиционный счет, вложить деньги в акции и тому подобное. Они наносят значительный ущерб, и люди буквально отдают все свои сбережения, вплоть до того, что обращаются за получением дополнительных денежных средств в кредитные учреждения. По такой схеме под предлогом инвестирования более 13 миллионов рублей лишилась жительница Провидения. Всего же в текущем году, по данным прокуратуры региона, количество преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, увеличилось на 30% в сравнении с 2022 годом. Всего их было официально зарегистрировано 249. Счет похищенных средств у жителей Чукотки исчисляется десятками миллионов рублей. Вернуть кровный практически невозможно. В настоящий момент на территории Российской Федерации нарабатывается практика по взысканию денежных средств, похищенных с владельцев расчетных счетов, куда они были переведены. Потерпевшие имеют право, с учетом установленных в ходе следствия обстоятельств, обратиться к иск таким владельцам таких счетов, которые используются при мошеннических схемах о взыскании неосновательного обогащения. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, жители Чукотки продолжают легко расставаться с накопленными средствами, да еще и в кредиты залазить. Мошенники искусно манипулируют жертвами, психологически воздействуя на сознание. Чтобы не попасться на их уловки, важно проявлять бдительность, не задумываясь прерывать разговор, если речь заходит о переводе денежных средств или обвинении в уголовно наказуемых деяниях вас или ваших родственников. И помните, легко обогатиться тоже не получится. Все это хитрый улов мошенников. Достоверную информацию о всех манипуляциях с вашими банковскими счетами можно получить только в банке. А правоохранительные органы никогда не будут по телефону вменять вам обвинения в противоправных деяниях. Анна Мартяшкина, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.